Здравствуйте, дорогие друзья! На рождественские праздники я не удержался и сделал себе небольшой подарок. Я купил газовую горелку, которая будет мне помогать в горах, когда я буду делать маленькие свои горные походы. Называется горелка, ее номер называется Trek 500 Compact. Это очень хорошая облегченная горелка. Вот. И даже я вам покажу здесь. Тут даже видно, что в качестве рекламы на мешочке написано, что она весит всего лишь 85 грамм. Видите, какая интересная. Вот. И гарантия на нее 10 лет. Купил эту горелку я в Декатлоне. Причем я за ней охотился 2 месяца. Вот приходишь, вроде бы их выставляют на продажу. А я, так как приходил вечером, их быстро раскупали. Но вот мне повезло, я пришел вечером, и осталось только 3 горелки. Я взял одну, еще осталось там 200, но это да ладно. Так, чем хороша эта горелка? Во-первых, как я уже сказал, это супер качественный продукт. На нее дают 10 лет гарантии. И то, что она легкая. Помимо этого, если мы вот здесь посмотрим, видите, сама форсунка вот эта газовая, она идет с таким небольшим, с небольшой такой стеночкой, да? Это очень хорошо, потому что во время ветра получается не задувается конфорочка самого по себе, то есть газ идет не задувается. Но еще что мне понравилось, такая самая достойная фишка этого, это пьезоэлемент, который стоит. То есть забыли вы спички, забыли вы там зажигалку, а у вас есть пьезоэлемент. Это всегда супер гуд, очень хорошо. Не радует только, конечно, вот эти баллоны, потому что баллоны это с резьбой, и такой баллон стоит 5 евро, но оно того стоит, когда вы идете в какое-нибудь далекое расстояние, то получается, надо считать грамм, килограммы, которые вы несете с собой, и это очень удобно. Так, горелка мощная, чтобы вы понимали, на этой горелке литр воды закипает ровно за 1 минуту. Вот это меня подкупает, и почему, поэтому вот ее сейчас быстро все раскупают. Это очень-очень в Испании модная горелочка. Ну, давайте я ее попробую поджечь. Вот, посмотрим, как она тут включается одной рукой. Конечно, это нехорошо. Но посмотрим. Вот так. И начинаем. Вот, запустили. О, пошла. Чтоб вы увидели, какой газ идет мощный. Опа. То есть довольно-таки очень мощный газ. Поэтому и реклама этой горелки заключается в том, что она очень мощная. И в горах, честно говоря, это незаменимый будет инструмент. Так что, друзья, я вам рекомендую покупать эту горелку. Это топовая вещь. И она продается в Декатлоне. В других местах я не видел. Но будет время, я даже проведу, покажу вам эксперимент, как это все закипает за минуту литр воды. Спасибо за просмотр. Всех с праздниками. Желаю вам в новом году хороших путешествий, чтобы все у вас сложилось хорошо. Всех вам благ. Ну и будем радовать друг друга. Кто-то будет радовать себе, вас съемками, а кто-то комментариями. Так что всем всего хорошего.